Одесситы выбирают себе мэра и стране президента. В области работают все избирательные участки. Только за первую половину дня уже определились до 20% избирателей. Многие отстояли в очереди до получаса. Очереди на участках, по крайней мере, в городе Одессе, связаны они с малокомплектностью участковых избирательных комиссий. Выборы в Одессе по традиции проходят с нарушениями. Зарегистрированы массовые несоответствия данных людей в списках избирателей. На целом ряде участков избирательных, мы сейчас уточняем количество, значит, количество избирателей в списках по выборам мэра превышает количество избирателей в списках по выборам президента. В среднем на каждом участке, где зарегистрировано такое нарушение, разница в списках составляет до 10 человек, при том, что в Одессе 356 участков. Такое нарушение свидетельствует о небрежности комитета по реестру избирателей или о фальсификации. В список президента могут быть включены как граждане, которые проживают в городе Одессе, так и граждане, которые не проживают в городе Одессе, а перенесли место голосования, допустим, из Донецка, из Крыма, из Киева в Одессу. То есть может быть ситуация, что в списке по выборам президента людей больше, потому что там могут быть еще и, как говорится, гости нашего города. Но в списке мэра не может быть никаких людей, не прописанных в Одессе. Зафиксирован ряд случаев нарушения процедуры проведения подготовительного заседания комиссий. В том числе на ряде участков в урны не были вброшены контрольные листы или урны не были опечатаны. Некоторые избирательные участки открыли с опозданием. Однако, по словам Анатолия Бойко, причина этого в некомпетентности членов избирательных комиссий. Сейчас все комиссии работают, а на участках непривычное для Одессы количество желающих проголосовать. Дарья Сидоровская, Виталий Прус, Думская ТВ.